Голландские ученые выяснили, что любители рок-музыки, обычного рока, тяжелого рока, хэви-метала, панка, готической музыки, ритм-н-блюза, хип-хопа, электронной танцевальной музыки уже в юном возрасте гораздо более своих сверстников подвержены чувствам гнева и страха, а также испытывают социальную отчужденность. Это факт, но есть и надежда. Дома или во время поездки выбирайте только спокойную, радостную, поднимающую настроение музыку. Не забывайте, что именно вы можете сформировать музыкальные предпочтения ваших детей. Рассказывайте им о разных музыкальных стилях, о текстах песен, учите распознавать и отсеивать депрессивную, негативную музыку. То, что мы слушаем, влияет на наши жизненные приоритеты. Выбирайте позитивную музыку.